Ребят, всем привет! Давно с вами не виделись. Сегодня мы с вами едим роллы. Недостаточно. Ребят, ну что, всем привет! Я очень рада вас видеть на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня мы с вами едим роллы. Мы не виделись 150 лет. Ну, где-то около этого. Давайте поедим. Я очень голодная. Очень вкусно. Короче, ребята, у меня новости. Помните, я вам говорила про то, что я хочу собаку? Пишите в своих комментариях, как вы думаете, завела, не завела? Барабанная дробь. Да, у нас появилась собака. Я думаю, что в следующих видео я вам обязательно ее покажу. Его, это мальчик. Его зовут Чарли. Как думаете, какую породу я завела? Роллы вкусные, свежие. Только их привезли. Сейчас я вам расскажу. В общем, очень долго думала. Около, наверное, нескольких месяцев. Но сначала это было, знаете, как типа навязчивая идея. Хочу собаку. Потом стала смотреть породы. Ну, короче, я к этому прям подходила. Ну и в один прекрасный день мы съездили посмотреть к заводчице, и все. Я уже поняла, что ну, назад пути нет, точно я хочу собаку. Честно вам скажу, что для меня первые дни было прям тяжело. То есть я думала, зачем мне это надо. Зачем мы, в принципе, завели? Потому что это такая ответственность. Вкусно с острым соусом. Но прошло уже где-то больше недели. Мы живем с ним вместе. Я очень рада, что решилась. Он, конечно, еще маленький и боится гулять на улице. Ему сейчас... Он родился 22 мая, ему сейчас будет полгода. Но он жил у заводчицы, не видел улицы, ну такой городской, да, с машинами. И ему страшно. Но когда это все пройдет, это вообще будет кайф. Сейчас еще такая погода, холодно. Ноябрь. И думаю, что самое лучшее это будет летом. Вкусные, ребят, роллы. Такие взяла. Ближайшую доставку у дома. Короче, поздравьте меня. У меня появился друг. Новый. У нас еще живет кошка. Кто смотрел видео мои раньше, знают, что у меня есть кошка. Зовут ее Соня. И это была проблема. И сейчас, как бы,
Они вроде бы дружат, но... Но они не... Не прям, знаете, такие best friends. Она его терпит. Он к ней лезет. Но я очень надеюсь, что их взаимоотношения наладятся. В принципе, предпосылки к этому есть. То есть она не прямо его сильно ненавидит. Просто, знаете, он к ней лезет по-щенячьи. Типа, давай играть, давай играть. А она это воспринимает как некую агрессию. Но я думаю, что со временем она поймет то, что он ничего плохого не хочет, и они будут играть. Потому что уже она на него меньше шипит и, знаете, может бить лапой, но не сильно. Ну, как бы так. Без когтей. Что говорит, в принципе, о ее таких добрых, недобрых намерениях, то, что она прям не совсем его ненавидит. Ребят, я очень соскучилась по мукбангу. Эти просто недели были для меня, ну, тяжелыми морально, потому что мы ездили сначала, вы смотрели, потом думали о том, забирать, не забирать, потом решили забирать. Все вот эти покупки, приготовления. И я просто, ну не знаю, на мукбанку прям не было сил. Вот сейчас возвращаюсь в строй. Решила с роллов. Потому что быстро, вкусно, удобно. Заказал, не паришься. Знаете, было прям такое чувство, что я типа не знаю, что мне заказать. Первые дни, когда он у нас появился, я вообще в принципе не ела. Переживала. Переживала, как я пойду на работу. Оставлю его дома с мужем одного. Ай-яй-яй. Знаете, были... Знаете, были сильные муки совести. Что вот я его купила, а потом я иду на работу, и вот он один дома. Ну, в общем, такого плана. Но, как я поняла, многие люди оставляют, да, своих животных, и ничего страшного. И он, как бы, когда нас нет дома, просто спит. Ну, это удивительно, потому что мы с ним проводим просто полностью день, и выходной день, и я просто, если честно, жду, не дождусь, когда наступит лето, чтобы с ним куда-нибудь поехать. Потому что собака такой породы, что у него нет подшерстка. И зимой ему холодно. Ну и, в принципе, долго гулять ему не очень комфортно. Поэтому я очень жду начала вкусной шапки. Так сделаем. Ой. В общем, я очень жду начала весны. Чтобы мы с ним активничали. Ребят, я бы, конечно, вам его показала, но он сейчас спит. Поэтому обязательно покажу в следующем видео. Если вам интересно, возможно, стоит снять что-то про щенка. Как вот с кошкой они познакомились. Что я использовала, да, когда только он пришел к нам в наш дом.
какие-то, может быть, хитрости, потому что я очень много читала, очень много изучала, там, не знаю, про психологию собак и про все, про все. Ребят, я села, сразу накинулась на роллы. Была очень голодная. Наверное, съем еще одну. И на этом все, потому что здесь было 48 штук. Сколько я съела? 24. Ровно половину. Моя кошка ломится. Видимо, чувствует запах. Роллы неплохие. Ребят, пишите в комментариях, что снять в следующем видео. У меня, правда, как-то сейчас идей не особо много. Поэтому буду рада комментариям. Я помню, что писали про хот-доги. Да, можно снять хот-доги, я об этом думаю, просто я не очень их хочу. Тут недавно мы гуляли в парке, я вот поела хот-дог, и такая, блин, надо было снять, а я типа поела и все наелась. Вот, поэтому пишите, если есть какие-то варианты. Не знаю, может, шоколад, пончики. Потому что мне, в принципе, сейчас вообще было, честно вам скажу, просто неделя сумасшедшая, прям некогда было снимать. Просто постоянно смотрела на собаку. Все 24 часа. Ну что, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю. Всем пока и жду ваших предложений в комментариях. Скоро увидимся. Ох, как я объелась. Сейчас все убирать. Поеду утром.